Примерно 200 любителей острых ощущений на минувшей неделе получили дополнительный экстрим в поселке Карабулак, где были устроены нелегальные петушиные бои. В самый разгар шоу в зал нагрянули полицейские. К нам оперативным путем поступила информация, что один из жителей поселка Карабулак организовывает подпольные петушиные бои. Во время проверки мы застали в этом доме несколько десятков людей, зрителей. Оперативники оказались и сами поражены уровнем организации. Огромный зал частного дома был оборудован трибунами для зрителей в несколько рядов. В центре имелась украшенная арена. В подсобных помещениях содержались герои вечера, бойцовские петухи. Нашлись доказательства и тотализатора нелегальных ставок. Ставки делали? Ну как все. Однако до финальных раундов дело в этот раз не дошло. Всем болельщикам пришлось расходиться, так и не выяснив имена победителей. А вот хозяину предстоит еще неоднократная встреча со следователями. Возбуждено расследование по статье «Организация незаконного игорного бизнеса». Дело по подследственности будет передано в Департамент государственных доходов. Среди изъятых улик – петухи бойцовских пород и деньги, выставленные на ставки. И если деньги уже опечатаны и отправлены в хранилище улик, то петухов пока предварительно приютили в зоопарке.